Так, возвращаюсь к предыдущему. Хорошая фрукточка лежит. Синий с розовым. Слива. Легкий намек на отражение. Все это вписывается в тональность и цвет этого плоскости, на которой это все лежит. Ультрамарин разбеленный. Западные художники очень часто, я не знаю, кто это художник, что за художник, но западные художники очень часто добиваются такой степени прописанности на крупных форматах. Может быть, ну прямо гигантские рисуют форматы, скажем, 1,20 м на вот, допустим, по меньшей стороны. Стороне 1,20 м. И тогда вот действительно вот такая степень прописки удается. Не знаю, может быть, это вот такая, такой миниатюрист, но, конечно, степень колоссальная. Это уже ультрамарин. С розовым. И здесь то же самое. Тень под предметом. Так, и бокальчик у нас, наверное, тоже отражается. И все это показать, что это имеет глубину, этот вход ножки. Опять же, свет из-под теневой.
который задает настроение пространства. Так, капелька воды. Это тень от капельки. Это вот крупный план берешь, да? Угу. Это свет зашел внутрь капли. Прямо зашел. А на линзе этого этой выпуклости блик, он зашел свет, ударился о заднюю стенку и оставил блик на выпуклости. Так.